Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Хотел посвятить такую тему, как состыковать энергии. Смотрите, сейчас без 5-7 вечера время, у меня 1,5 энергии, через 5-6-7 минут мне упадет еще 0,5 энергии. Это касается тех, которые спрашивают, а как вот при 4 энергиях проходить 5 энергий? То есть, если у вас падает по одной энергии вместо 0,5, вы можете выходить немного раньше по времени, за 5-10 минут, желательно за 10, наверное, если 4 энергии, чтобы успеть пройти какое-то время, чтобы ваш бак под энергию немного освободился, и вы могли получить новую энергию, при этом пройти сразу 5, чтобы получить, да, вот охотники за сундуками и так далее. Вот в данный момент у меня 1,5 энергии, давайте пройдемся, у меня будет проходка показываться, значит, моя ходьба, 2 энергии, мне прибавится она. Давайте посмотрим. Так, я запускаюсь. Смотрите сейчас. Все, обратите внимание, вот здесь вот вверху, в правом верху углу, в верхнем углу у меня нарисовано 1,5 энергии. Все, мы идем с вами. В данный момент у меня 1,5 энергии, но могло бы быть, допустим, 2 энергии, плюс захватить 0,5. То есть можно смело пройти 2,5 энергии. Вообще без разницы как, главное на стыке вот этих энергий за 5-10 минут выходить, в зависимости от количества энергии. И тем самым чуть-чуть опустошить свой бак и получить, значит, чуть больше прохода по энергии. Для чего это сейчас важно? Для того, чтобы мы сейчас начали получать сундуки от 2 энергий. И, соответственно, вроде как, чем больше энергии ты проходишь, тем больше вероятность, что ты получишь сундук. Поэтому мы так делаем. Давайте посмотрим, как это будет. Так, сейчас время 19:00. Я обрезать специально не буду, чтобы в верхнем левом углу вы увидели 19:00. И обратите внимание, у меня одна и одна энергия слева вот здесь есть. Вот, смотрите, была одна и одна, списали 0,2 и осталось 0,4. Вот прямо сейчас добавилось 0,5 энергии. То есть вот так вот стыковать энергию. Если у вас меньше энергии, там за 5 минут выходим. Если у вас 4 энергии, но вы хотите пройти 5 энергии, тогда где-то за минут 10, наверное, вам надо идти и выйти, чтобы освободить немного свой бак, так сказать, под энергию. Вот так все это делается, ничего сложного. Все, вот здесь посмотрите, у меня списалось 2 энергии. Сейчас посмотрим, сколько нам насыпят. Обычно 12-12,5 выходит. 12:08, все, останавливаем. Вы видели, я выходил, у меня было 1,5 энергии. Давайте посмотрим, бокс дадут или нет. Вот загрузка показывает лоудинг. Сейчас посмотрим. Долго думает. Решает, наверное, какого левела бокс мне дать. Нет, бокс не дали. Бокс не дали. Прошел 2 энергии, забрали 5% из прочности. Вот до этого мне бокс давали. Вот он у меня в первом лутбоксе находится. Завтра я его уже открою вечером. Тему по боксам я раскрыл. Сколько лака должно быть. Какую прокачку надо делать в предыдущем видео. Ссылка на наш телеграм-канал в описании. Подписывайтесь. Чат пока закрыт. Чуть позже буду в основную ссылку давать информацию, когда буду его открывать на некоторое время, чтобы люди зашли. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.